которую началась Вторая мировая война 1 сентября 1939 года. Это точно. Песня, которую поет наш конкурсант Павел из Варшавы, ей хорошо знакома, потому что она, собственно, как все мы все росли на барбарских песнях «Кусочек и обезьяна». И песня, которая прозвучит сегодня, песня о Ленке Королеве, это абсолютно реальная история, которую Акуджава написал про своего друга Ленки Сарбаса. И исполнит ее Пята Мушлер, Польша. И снова заслуженный артист России Алексей Бухматов. Встречайте. Во дворе каждый вечер слегка ходил. Я порубился, все ребята уважают, очень любят украю. И вспомнился, разорвали на рассвете тишину. Наш король, как король, палки в черную, как король, на бекре пошел на вину. Наш король, как король, он не в черную, как король, на бекре и пошел на вину. Но теперь не пробило, снова солнце в зенит. Но некому оплакать ему жил, потому что тот король был один уж, извините, королеву не успел завести. Пята Мушлер и Алексей Маклаков. Пята, нас всех очень тронул.